Барнаульская «Динамо» одержала победу над Читой, столицей Забайкалья. Случилось это в рамках чемпионата страны впервые с 2015 года. Наши были активнее соперников с самого начала матча. «Динамо» повело в счет через 15-й минуты. Гол забил Максим Аксенов. Как отмечают и болельщики, и эксперты, наша команда выглядела предпочтительнее на всем протяжении встречи. Второй мяч забил с пенальти Константин Погребан. Точку в игре поставил Владимир Завьялов. Итог 3-0 в нашу пользу. Следующую игру «Динамо» проведет в Новосибирске. 15 августа нашим соперником будет Сибирь.